Добрый день, уважаемые жители республики. За прошедшие сутки было выявлено 244 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В том числе детей заболело 55. Из взрослых людей, из 189 взрослых людей, непривыток, к сожалению, было 96,3%, то есть 182 человека. На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 1091 пациент. При этом состояние средней степени тяжести отмечается у 96 людей. В тяжелом состоянии 80 пациентов, и все они не привиты. В отделениях реанимации на сегодняшний день наши коллеги борются за жизнь 16 пациентов крайней тяжелой степени. Наиболее напряженная ситуация на территории республики по заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Мирнинском районе. За сутки было выявлено 23 новых случая. В Алданском районе 22 новых случая. В Нерюнгринском районе 18 случаев. В Амгинском районе 12 случаев. Что касается прививочной кампании, прививочная кампания идет полным ходом. Первым компонентом было привито 498 367 человек, что составляет 69,5% взрослого населения. Хочется с удовлетворением отметить, что свыше 80% вакцинировано, то есть составляет иммунную прослойку в 7 районах республики. Это Абыйский район, Алаиховский район, Верхнеколымский район, Жиганский, Мумский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. К сожалению, меньше 60% взрослого населения провакцинировано в Горном районе, Намском и в Чурапчинских районах. Уважаемые жители республики, мы призываем вас беречь себя и свое здоровье. Спасибо.